Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос – новая Пасха, жертва живая, Агнец Божий в земле грехи мира. Поем мы в эти светлые, святые пасхальные дни. И Христос на самом деле воскрес. Сегодня мы празднуем День памяти святаго и великомученика Георгия Победоносца. И удивительно, в этом году пасхальная радость сопряжена с монастырским праздником, ибо монастырь сей посвящен в честь святаго великомученика и победоносца Георгия в славном местечке под названием Поморье. Я русский православный священник, канонический, в сане 26 лет, приехал из Москвы. Я рад, что этот монастырь существует и наполнен молящимися, но, к сожалению, высокой духовности я не встретил. То ли это результат безбожных лет, то ли результат очень сложной истории болгарского царства. Первое, что мне бросилось в глаза и с чем хотел бы я поделиться – это то, что практически все болгары и болгарки поголовно курят. Это не есть хорошо. Какая может быть высокая духовность, если православный христианин не борется с грубыми грехами? Несколько дней назад во Святом Власе, когда я показал знак, что означает «не курите», женщинам, я в ответ от них услышал «сатана». Я не обиделся. Мне бы хотелось, чтобы болгары и болгарки бросили бы курить, потому что пушинета убива, как написано на пачках, это правда на самом деле. Второе. Болгары очень много вкушают пищи. Я вижу, насколько крупные тела у мужчин и у женщин. Следовательно, нужно строже поститься. Азгрешный Ирий Вадим Захаркин за Великий пост похудел на 13 килограммов. Чувствую себя прекрасно, хотя у меня сахарный диабет, улучшились сахара, улучшилось кровяное давление. Следовательно, вкушать пищу нужно в небольших количествах, как учили нас всегда древние. Завтракать можно, завтрак съешь сам, а ужинать не стоит. Ужин отдай врагу. Так вот, мои дорогие, возлюбленные Господи, благочестивые болгары, сей день, Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселим сегодня. Мне бы хотелось, чтобы служба ваших святых в болгарских храмах совершалась бы на церковно-славянском языке, потому что я знаю и люблю этот язык. Где бы я ни был в славянском мире, когда слышу службу на церковно-славянском языке, сердце мое радуется. Когда же я слышу службы или по-сербски, или по-болгарски, на современных сербском или болгарском языках, я понять богослужение не могу, хотя догадываюсь. Для всего славянского мира желательно сохранить единый церковно-славянский язык. Так что любой болгарин, пребывая в любом московском храме, мог услышать службу на церковно-славянском языке. Слава Богу, у нас только, пожалуй, отец Георгий Кочетков, еретичествующий священник,
служит по-русски, остальные все служат на церковно-славянском языке. И, наконец, мои дорогие, мне хотелось бы, чтобы божественная любовь коснулась бы сердца всякого православного человека. Вот я сижу здесь, в этом монастыре на скамье, но ад реально существует. Снишел еси в преисподней земли и сокрушил еси евреи вечные, содержащие связанные Христе. Что есть преисподняя земля? Это внутренние пределы земли. Следовательно, ад не только духовен, он и материален. Миллиарды душ мучаются внутри земли. Мы знаем, что в центре земли магма, высокая температура. Рай же существует на небе, и есть небесный Иерусалим. И мы поем: «Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Богу, Господня на тебе восия, ликуй ныне и веселись о Сионе, ты же чистая, чистая красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего, Рождества Твоего». Небесный город существует, он на небе, это небесный Иерусалим. Желаю вам всем долгих лет жизни, здравия, спасения и вечной, неоскудеваемой радости о воскресшем Господе и Спасе нашем Иисусе Христе. Многое вам всем и благое лето. Дайте деньги за диск этот. Вы о себе тоже перепишите, потому что я говорил искренне. Это мой архив, это мне важно сохранить. А у вас телефон? Напиши. Это очень много. Российских, не болгарских, российских. А на смс-ке? Спасибо.